Свежего воздуха требуют жители целого поселка Новые Зори. Большинство уверены, травит их соседняя птицефабрика. Расположена она в черте населенного пункта, так что все ветра дуют в окна людям. Этот мужчина установил бы фильтр в цех варки. Варят же еще потроха в это вот на убойном, да. вот этот запах. Рыгать можно, аж прям как потянет бывает. Однако у каждого жителя поселка своя версия источника вони. Очистные ямы. В яму трактором вываливают навоз. Курин. И постоянно такой запах? Ну, периодически. Что это за запах? Чистит плюдуктоном, птицефабрику. Вам он не мешает, видимо? Нет. Со слов жителей, неприятный запах от птицефабрики был всегда. Предприятию, к слову, больше полувека. Более того, оно градообразующее. Неизвестно, есть ли у руководства фабрики планы модернизировать производство, чтобы устранить запахи. Комментировать не желают. А местные, видимо, смирились с такими издержками, как запах. Жалуются редко и в устной форме, а у властей свой ответ. Есть определенные площади, которые отведены официально под пометохранение. Есть определенный хронологический порядок работы с этими хранилищами. Его птицефабрика всегда выполняла и выполняет. А вот эти ямы с пометом, их не планируется подальше как-то перенести? В том месте это довольно тяжело сделать, во-первых. Во-вторых, не планировали, обращений таких не было. Впрочем, жители жалуются не только на запах от фабрики. Выяснилось, что в поселке целый букет ароматов от разных источников. Здесь свалка. Свалку, там работает человек специально и жгет ее ночью, если ветра нет. Постоянно вот эта гарь нечистотами. Но в районной администрации заверяют, разбирательство проведут, если от людей поступят официальные жалобы. Анастасия Дорога, Николай Шелко, «День с толком».